Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за парты сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Добрый день, юные любители природы! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Александра Сергеевна! Ух ты! Интересно, а что это такое? Квадратики какие-то разноцветные. Сегодня у нас не совсем обычный урок. Сегодня мы с вами будем играть. Согласны? Конечно, согласны! А во что? Я буду загадывать загадки, а вы отгадывать их. Если отгадаете, увидите на доске отгадки. Они не очень трудные. Не очень. Тем более, что все наши загадки объединяет одна общая тема. А какая? Все отгадки – это животные-долгожители. Долгожители? О, это и правда интересно. Так, давайте начинать уже, давайте. Хорошо. Итак, первая загадка. Ползу спокойно, не спеша. Смотрите, как я хороша. Я на спине несу свой дом. Тепло и безопасно в нем. Кто это? Кто же это? Надо подумать. Дом на спине, дом на спине. О, знаю. Это черепаха. Молодец, Коксик. Перед вами рекордсмен по продолжительности жизни среди всех живых существ на Земле. Галапагосская черепаха. Какая черепаха? Галапагосская. Свое название она получила от имени местности, в которой обитает, Галапагосских островов. Рекордсмен! И сколько же живет вот этот рекордсмен? Нередко черепахи доживают до 200 лет. Самая известная из них – черепаха по имени Гарриет. Всю свою жизнь прожила в зоопарке – целых 250 лет. Ничего себе! Так, Александра Сергеевна, задавайте следующую загадку, я ее вмиг отгадаю. Это мы еще посмотрим. Да-да. Хорошо, вот вам следующая загадка. Он живет в глуши морской, глубоко-глубоко под водой. Сам себе он шубу сшил, а иголки вынуть позабыл. И кто же это у нас? Шуба? А зачем шуба под водой, а? Может быть, ошибка какая-то, Александра Сергеевна? Нет, никаких ошибок. Думайте. Или сдаетесь? Да, сдаемся. Что ж, придется подсказать вам ответ. Вот он, наш следующий долгожитель. Ой, это кто такой? Колюч такой. Ёжик, что ли? Это красный морской еж. Он обитает на самом дне Тихого океана. Ух ты, как красиво! Да, подводный мир очень красив и небезопасен. Поэтому морские ежи стараются избегать беспокойных мест и прикрепляются ко дну. Так и живут на одном месте? Так и живут. Добывают себе пищу из воды и тихонько себе существуют на протяжении нескольких веков. Это несколько раз по 100 лет. Ух ты! Да. Ну, ежик, ни головы, ни ножек. Ученые считают, что красные морские ежи практически бессмертны. Они могут погибнуть от болезней или от нападения хищников. Но никогда еще не было замечено, чтобы морской еж постарел. Ничего себе! Но самое интересное, знаете что? Что? Ученые сравнили двух ежей. Одному было 10 лет, а второму 100. И выяснилось, что они ничем друг от друга не отличаются и ведут себя абсолютно одинаково. И все равно не хотел бы я быть морским ежом. Это почему же? Ну как почему? Это же скучно. Всю жизнь сиди на одном месте, никаких тебе друзей, никаких праздников. Да, скучновато. Согласна. Ну что, продолжаем? Да-да, задавайте следующую загадку, Александра Сергеевна. Пожалуйста. Через море океан плывет-плывет живой фонтан. Я знаю! Это кит! Ух, какой огромный, как гора! Да, это настоящий гигант Северного Ледовитого океана. Гренландский кит. И что, вот он тоже долгожитель?
Да. Представьте себе, ученые наблюдают за китом, который уже прожил 211 лет. Ого! Северный ледовитый океан, он ведь на севере находится. Но ведь там холодно. Бррр. Холодно. Но животные могут приспосабливаться к тем условиям, в которых им приходится жить. Так мудро все устроено в природе. Я понял. Что ты понял, Кокси? Кто дольше других растет, тот дольше других и живет. Не всегда, Коксик. Сейчас я приведу обратный пример. Следующая загадка? Да. Мы всегда в воде живем, без воды мы пропадем. Глазки есть, а не моргаем. Крылья есть, да не летаем. Я знаю. И я знаю тоже. И я тоже знаю. Ну тогда отвечайте все вместе. Это рыбы. Правильно, молодцы. Ой, какая пестренькая. Это маленькая аквариумная рыбка Коли, представитель породы карпов, которую ученые вывели искусственно. И что? Тоже долго живут? Да, рыбки Кои считаются долгожителями среди обитателей аквариума. Известен случай, когда одна рыбка прожила целых 226 лет. Ничего себе! Ну тогда я ничего не понимаю. От чего ж зависит возраст? Как это ни удивительно, но ученые до сих пор не нашли ответ на этот вопрос. Почему одни животные живут 100 лет, а другие всего несколько дней? Да, вот вопросик-то. Не просто вопрос, а настоящая загадка. Ой, смотрите, а мы ведь уже все загадки и отгадали. Ха, и правда. И загадки отгадали, и много нового узнали. Молодцы, друзья. И наш урок подошел к концу. До свидания, юные любители природы. До встречи через неделю.